Первый раз вышел в свет. К такому вниманию к своей персоне не привык. Смущается и не хочет слезать с рук сотрудника зоопарка. На зеленой лужайке верх над скромностью берет любопытство. И маленький ягуар идет осматривать новые горизонты. Весьма шустро. В свои полтора месяца котенок демонстрирует уверенную походку. Ну, он, как и все малыши, как и все дети, очень любопытный, во-первых. Вот сейчас уже с возрастом все больше и больше начинает воспринимать окружающий мир. Вот, играть очень. Имя малышу дали сложно сочиненное в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России, сокращенно АЗАР. С датой создания организации 30 июня совпал день рождения ягуара. Это уже третий котенок пары ягуаров из самарского зоопарка – черный нуар и пятнистого кекса. Вместе они уже 4 года, и, как говорят в зоопарке, между ними настоящее чувство. У малыша еще детская плюшевая шерсть. Внешностью и характером котенок пошел в отца. Спокойный, любопытный, но уже тренирует хищное рычание. С раннего детства сотрудники зоопарка стали заниматься с ягуаром, чтобы он привыкал к людям. Родился Азар совсем маленький, весил около 800 граммов. Сейчас подрос до 4 килограммов. С материнского молока его уже перевели на витаминизированную смесь. Кормят каждые 3 часа, даже ночью. Через 2 недели начнут давать фарш. Зубы у хищника только прорезаются. А через пару лет ягуар может дорасти до веса 120 килограммов. Это третья по величине кошка после амурского тигра и льва. Насколько Азар задержится в Самаре, пока неизвестно. Самостоятельную жизнь он начнет в одном из зоопарков страны или хорошем цирке. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.